Заявление администрации президента Азербайджана в связи с призывом незаконного режима, созданного и все еще поддерживаемого Арменией на территории Азербайджана, к началу переговоров администрация президента Азербайджана сообщает, что администрация несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны, к диалогу с целью обсуждения вопросов реинтеграции. Но они каждый раз от этого отказывались. Администрация президента заявляет о готовности к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны. Однако для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься. В противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.